Вы гений! Дайте мне охладитель. Это основной компонент нашего хладомета FRZ5, способного мгновенно заморозить любое существо. Да, вот так-то. Вот, возьмите. Вы найдете этому лучшее применение, чем я. Истребите парочку этих дьявольских монстров из-за меня. Проблема. Кто-то только что пытался активировать систему самоуничтожения базы. Посмотрим. Ага! У нас есть доступ к тому сектору. Быстрее пошевеливаемся!
Нас тебе не остановить. Ты умрешь, человечишка. Активирована система самоуничтожения. Похоже, программа запущена двумя процессорами. Уничтожьте процессоры, и я смогу отключить систему самоуничтожения. Воспользуйте динамит. Думаю, он отлично для этого подойдет. Самоуничтожение. С распылением на атомы придется повременить. Возвращайтесь! Вас ждет новое задание. Отлично сработано. С вашей помощью нам, кажется, наконец удалось справиться со всей этой чертовщиной. Вы помогли нам собрать всю необходимую информацию. Но эти твари похитили Кейт Лиа. И вот что я думаю. Могу поспорить на что угодно, что у этих уродов есть какой-то вожак, который управляет всеми их действиями. Вы, возможно, заметили, что некоторые из этих тварей похожи на динозавров.
Есть тут умники, которые считают, что эти существа — перевоплощение жизни, существовавшей миллионы лет назад. По-моему, глупости, кто знает. Все эти представители энергокорпорации «Магма» далеко не все нам рассказывают. Прямо нутром чую. Хотя информации у нас минимум, выбора у нас нет. Надо продолжать до тех пор, пока это возможно. Помогать нам никто не собирается. Мы не можем просто так делать. Производственный цех НЖ-1. Производство оружия массового уничтожения. Заказчик новый мировой порядок. Остановить. Производство неизвестное оружие. Заказчик новый мировой порядок. Остановка.
Вы только взгляните на эту бронемашину. Отдых для всей семьи и огромная огневая мощь в одном наборе. На базу есть секретный вход. Но он кишит этими мелкими тварями. Воспользуйтесь машиной, размажьте их всех. Еще кое-что. Мы перехватили на своей частоте слабые сигналы, идущие со второй базы. Точно неизвестно, но они могут исходить с личного датчика Кей. Возможно, она еще жива. Даже думать не хочу, что эти твари могли с ней сделать. Может, вам еще удастся спасти Кей? Пожалуйста, будьте начеку.